Выяснять обстоятельства приходится и сотрудникам правоохранительных органов в Белой Холунице. Там обнаружили растущую коноплю. Рядом с селом Прокопье полицейские нашли грядку размером почти 3 квадратных метра, запрещенной травой. Такие плантации в Белохолуницком районе – редкий случай, говорят специалисты. На месте они растения сфотографировали, пересчитали, их оказалось 80, и выкопали. Все кусты увезли в лабораторию, где было установлено, что в растениях действительно содержатся наркотические вещества. Теперь сотрудникам полиции необходимо установить, была это конопля дикорастущая или ее кто-то выращивал специально. Ну, очень сложно найти хозяина сейчас этих культур выращенных. Эксперт даст объем, и в зависимости от объема будет и ответственность. То есть, если все зависит от количества. То есть мы сейчас видим растения, они до 180 сантиметров, но сколько они содержат наркотического вещества, пока мы этого не знаем.